пошел, а там психиатры сидят. Ну, я ему сказал, что я думаю, института психиатрии, я вспомнил про отделение акцию. Ну и все, я ему сказал, что значит, вопрос отвечать. Меня стали пугать института психиатрского. Ну, вот этим стационаром, ну, сказал, поедешь, что, ну, поедешь, типа, да, поедешь, что можно это все затянуть, на сказал, что пусть сказать, ну, что делать на это все равно. Ну, все, они уехали. Ну, не стал я с ними, в общем, дальше разговаривать. А когда это было? В понедельник это было. В понедельник было? Да. Ну, так, подло достаточно. Если я готовился к свиданке, почему можно было сказать, что психиатры приедут? Я вообще подумал, ну, обманул. А туалет не провели? Не, ну как? Узнала, говоришь, что не провели. Исключение тоже должны были? Ну, я не знаю, в понедельник была. Я не знаю, что они будут делать, но они, наверное, напишут в заключении, что я неразговорчивый, негативно на второй день. В общем, мне интересно было искусство слушать. Нет, им так как раз интересно было, но я уж не хотел говорить. Ну, потому что нужно как-то по-другому было, наверное, подходить. Сказать, что вот психиатры хотят побеседовать. Искусство. Искусство, но они все же люди должны. Скажите, что это факт. Ну, а в Симовске, например, там психиатры. Ой, я тоже мило сначала беседую, это искусство, да, потом получается. Ну, у меня же практика такая, не без интервью слушать, да? Все на полезном. Все, что ты хочешь сказать, ты можешь сказать. Ну, тебе нужно слушать. Потом я в нас сел. Ну, ты мне что разрушен, поедал ли переживания, считал себя художником. Да. В принципе, можно что угодно говорить, можно что скажешь, если все твои слова предваряют этот фотограф. По камерам ходи, пожалуйста. Видеосъемки.